Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Volcanoids. Очень необычная игра в стимпанковском сеттинге, в которой нам предстоит управлять гигантской дрелью, которую мы будем улучшать и на которой мы будем путешествовать по миру. Игра еще не вышла и в данный момент русского языка в игре нет, поэтому давайте сегодня сделаем первый взгляд и немного поиграем. Так что запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, поехали! Но вначале увеличим громкость. В меню очень высокая громкость музыки, поэтому пришлось ее понизить, чтобы меня было слышно. Итак, мы находимся сейчас не в дрели, мы находимся на субмарине, у которой есть капитан, и с которым нам нужно поговорить. Здрасте. Итак, наше задание – скрафтить ядро для корабля-дрели. Он называется Drillship, то есть дрель-корабль. Я буду называть его просто дрелью. Привет, моряк. Перед тем, как мы начнем твою экспедицию, тебе нужно соорудить устройство. Следуй указаниям, и скоро ты будешь пилотировать свою собственную дрель. Итак, наша главная задача – добыть ядро корабля к себе в инвентарь. Сейчас нам дают задание покинуть эту субмарину, чтобы добыть ресурсы. Водичка красивая. И небо. Небо вообще шикарное. Так, у нас есть шкала выносливости и шкала здоровья. Также у нас есть инструменты. Гаечный ключ. У нас есть кирка. У нас есть оружие, которому нужно будет крафтить патроны. Этакий обрез. Будут в игре противники, само собой. И есть, я так понимаю, аптечка. Сейчас нам нужна кирка. И мы будем добывать ресурсы. Так. Это просто металлолом. Нам его вроде не нужно. Но на всякий случай, раз уж по пути, давайте возьмем. Так, там у нас медь, да? Медная руда. Там у нас уголь. Я хочу просто осмотреться. Так, еще металлолом. Ну, возьмем. Все, что плохо лежит, почему бы не подобрать. Еще. Здесь прямо залежь. Вот так вот. Какой-то такой поселочек, заброшенный, видимо. Кстати, сверху вы можете видеть надпись «Вулкан будет извергаться через 7 минут 50 секунд». Вон там находится вулкан, он периодически извергается, и нам нужно от этого прятаться. Это нужно постоянно учитывать. Я ненадолго в игру уже забегал, чтобы разобраться с управлением и звуком. Так что уже, в принципе, понимаю смысл этого всего. То есть этого вулкана. И, видимо, поэтому данная деревенька и заброшена. Потому что жить здесь уже, в принципе, я думаю, невозможно. Так, мы в принципе добыли меди сколько нужно, но давайте еще подобываем. Так, вот так выглядит наш инвентарь. Ох, уже довольно много. Слотов осталось мало, поэтому, пожалуй, пойдем мы лучше за углем. Очень неплохо выглядит игра, мне нравится.
пляжик интересный. Такой прям песочек красивый. Так и хочется по нему походить, полежать и пойти поплавать. Чистая такая водичка. Так, ну еще, в принципе, чуть-чуть можно, я думаю, добыть. Вот здесь, допустим. Ну, думаю, хватит. Думаю, достаточно. Так, нажмите 2, чтобы убрать кирку. Возвращайтесь в субмарину и используйте ее системы для производства. Ну, окей. Пять минут у нас осталось до извержения вулкана. Так, мы сюда подняться, кстати, даже не можем. Мы можем прыгать, мы можем бегать, но мы не можем приседать. Ну, в принципе, зачем нам здесь приседать? Симпатичная такая субмарина. Маленькая. Но комфортная. Так. Значит, нам нужен модуль хранилища. На него нужно нажать левой кнопкой мыши или Е. Так вот, его нужно запустить. Есть. Дальше. Нажмите на кнопку меню. И расположите медь и уголь. Вот туда. Вот так вот. Хорошо. Вот так, чтобы слоты освободить. Так, нажмите на кнопку L, но мы увидим список квестов. Так, запустить нужно модуль напряжения, то есть силовой модуль. Вот он у нас. И нам нужно модуль обработки. Так, обработайте медь. Нажмите на кнопку меню, выберите медные слитки, нажмите 2 раза. Так. А, вот сюда. Ну вот, станция обработки. Это только модуль, который нужно запустить, чтобы станция в итоге работала. Вот у нас он показывается. Так, меню нужно. Здесь еще есть кнопки. Потом мы с ними разберемся, что делать. Пока что говорят меню. Так, это на что? Просто порошок сульфура. А зачем он нам? Нам нужно медные слитки. Ох, как быстро изготавливает. Достаточно, видимо. Так, идите к модулю производства на стене и нажмите на него. Так вот, станция производства. Немного неправильно сказано к модулю производства, но нам нужна, получается, станция, потому что модуль... А, я его еще не запустил, вот почему к модулю, да? А, много всего запускать нужно. Так, слоты ядра, энергия тратится довольно быстро. Баланс какой-то. Минус 4. Так. Нам нужно ядро корабля создать, да? Ух, как грохочет. Так, вулкан взорвется, в общем, через 2,5 минуты. Подождите. Я хочу на это посмотреть. Где-то здесь вроде... Вот, есть такая штуковина, перископ. Хотя, в принципе, у нас есть еще 2 минуты. Подождите, пока завершится извержение. Используйте перископ, чтобы увидеть, что происходит на поверхности, да. Только, правда, немного странно. Смотрите, сама подлодка находится вот там, а перископ вот где-то вот здесь в воздухе. Вот как-то это выглядит довольно, если честно, странно. Так, у нас еще есть 1,5 минуты, в принципе. Так, как выйти из перископа? Escape у нас выходит из перископа. Давайте здесь осмотримся. Вот по порядку. Начнем с этого отсека. Так, а здесь у нас ничего и нету.
Так, ну это получается те модули, которые вверх идут. Ага, это у нас хранилище, где мы можем что-то хранить. Здесь у нас есть слитки медные и так далее. Так, порошок сульфура. Это шкафчики, получается, просто. Ну, пускай пока что здесь лежит. Я не знаю, что именно нам нужно будет, поэтому ничего трогать не будем, так как у нас слотов довольно мало в инвентаре. Не хочется сейчас все их забить, и потом, если мы что-нибудь найдем или произведем, некуда будет это в итоге взять. У нас есть еще такая штуковина. Это типа верстак. А здесь тоже шкафчики. Так. Для ремонта модулей штуковина. Так, подождите. Давайте, чтобы не пропустить извержение. 18 секунд осталось. Пять, четыре, три, два, один. Опа. Бум. Ох, как все заволокло. Ну, само собой, жить здесь невозможно. С таким вулканом. Ничего не видно. Так, извержение закончилось. Следующее через 18 минут будет. Так, на чем мы там остановились? Значит, мы разбирались... Так, вот эту штуковину. Ядро, да? Нажимаем, и его просто производит. Хорошо. Так, что нам здесь написано? Это сообщение можно скипнуть, нажав Enter. Энергия нужна, чтобы производство работало. Так, индикаторы. Баланс показывает разницу между приходом и уходом. Плюс один. Вот это хорошо. Баланс плюсовой. Так. Баланс будет негативным, если у нас будет нехватка энергии, видимо. Ладно, давайте скипнем. Что он делает-то дальше? Каждый открытый модуль занимает слот. Ага, вот эти вот слоты. Слоты ядра. Так, если мы достигнем лимита, не сможем открыть больше модулей. Понятно. Так, закрыть модуль производства. То есть отключить его. Отключить модуль обработки. Ну, чтобы не тратить энергию, это логично. И остальные тоже, наверное. Так, мы закрыли все модули. Шкала энергии полная. Баланс положительный. А, ну, по крайней мере, не негативный никакой. Так, слоты доступны. В общем, нам показывают, что все в порядке. Мы можем продолжать дальше. Возьмите ядро. Из хранилища. Из хранилища это у нас отсюда, значит, да? Так, к этому нужно еще привыкнуть. Поговорите с капитаном, чтобы получить новую задачу. Окей. Кстати, тут карта такая интересная. Ничегошеньки непонятно. Это, конечно, можно все изучить. Разные зоны. Видимо, маршруты, по которым мы сможем путешествовать потом под землей. Так, получи дрель. Корабль-дрель. Мы получили известие о том, что очень сильно поврежденная дрель скоро появится на поверхности недалеко от нас. Используя это преимущество, чтобы заполучить эту дрель. Собственно, задание. Расположи ядро корабля, чтобы как бы заявить права на эту дрель. Принимаем это задание. Так, метка у нас там стоит, окей. Менее 15 минут у нас осталось.
Вон она. Так, ох, поврежденная прям вообще и полностью. Так, куда нам нужно вставить? Зайдите в дрель. Слот для ядра. На стене находится... Это у нас что такое? Так, может наверху? Перископ. А, вот он. Так, квест закончен. Поговорите с капитаном через радио в нашей дрели. Окей. А, вот это вот радиостанция, да? Хорошо. Отремонтируйте дрель. Дрель сильно повреждена. Нужно ее отремонтировать перед тем, как использовать с полной силой. Собирай материалы и используй возможности подлодки, чтобы собрать необходимое оборудование. Главная задача – расположи модули дверей, окна, производства и обработки. Хорошо. Так, вернуться в субмарину нужно для этого, окей. Так, ну пока что дрель сама по себе очень маленькая, да, но потом ее можно будет развить в огромную длиннющую, прямо такого червя длинного, с кучей возможностей. Так, надо было собрать, может быть, и металлолом, ну ладно, если что, сбегаем. Сейчас посмотрим, что нам, собственно, нужно. У нас куча меди и куча угля. В принципе, что можно сделать сейчас, чтобы освободить инвентарь? Поскидывать лишнее здесь в хранилище. Слушайте, давайте так и сделаем. Сюда. Допустим, уголь поскиду. Медь, я думаю, нам понадобится, чтобы детали изготавливать. А уголь, наверное, чисто для, скажем так, растопки. То есть, чтобы вот эта штуковина вся работала. Так. Нажмите на кнопку меню. Расположите предметы в панель онлайн. В меню. Это вот сюда. Онлайн. Расположите предметы. А какие именно предметы? Ага, медь нужна еще. Вот так. Хорошо. Дальше, запустите модуль силовой, у нас запущено, хранилище запущено, обработку. Окей. Так, нам нужно слитки получить, здесь где-то лежали слитки. Почему бы их не взять сразу же? Где-то здесь, по-моему. Вот. Пригодятся ведь? Пригодятся. А правда, они в счет не идут. Все равно нужно произвести именно самостоятельно. Так. Ага, мы можем вот так вот сразу же добавлять их. А если мы зажмем Shift, то по 5 штук будем добавлять. Нет. Что-то с Shift'ом не работает. Вот так вроде должно как раз... Да, 30 штук. Хорошо. Так, модуль производства нужно запустить. Вот этот, наверное, можно выключить, я так думаю. Чтобы он не тратил нашу энергию, скажем так. Наше топливо. Так, что нужно произвести? Нам нужно произвести 7 болтов, 10 пластин и 10 труб, да? Окей. Так, где их искать? Компоненты. А вот они, компоненты. У нас есть дальше вот такие штуковины, которые мы можем использовать. Оружие. Амуниция.
всякие разнообразные модули, оборудование и предметы для того, чтобы, видимо, собственно, увеличивать нашу дрель. Нам сейчас нужно, допустим, вот на болты. 7 штук нужно их. Есть дальше 10 пластин. И 10 труб. А, смотрите, пластины приостановили производство, когда я начал нажимать на трубы. То есть в очередь не становится, да? Нужно ждать именно, пока произведется одно что-то. Одного типа, а потом уже производить другое. Так, произведите... Ой, создайте, в общем, штуковину, чтобы дыры залатывать. Ну, как еще по-другому, не знаю, как перевести. Она у нас вот здесь вот. Окей. А, 7 штук нужно тоже, да? А для этого мы, собственно, и делали он болты, трубы и пластины. Так, а есть, хорошо. Дальше, в общем, нам нужны модули. Модули производства, модули обработки и двери. Модули. Так, модуль производства. Есть модуль обработки. Турели всякие, можно будет много чего можно будет делать в будущем. Так, и вот это. Дверной модуль. А, хорошо, нужно все это теперь подобрать, да? Так, в хранилище, если я правильно помню. Здесь мы это все забираем. Так, слиток, ну пускай... Нет, давай заберем на всякий случай. А, он все равно не стакается. Ну пускай тогда здесь остается на всякий случай. Лежит. Так, вернуться нужно обратно. Давайте мы тогда выключим вот это все. Чтобы не тратило нашу энергию. Что у нас по времени? Блин, 6 минут осталось. Стоп, елка, здесь, чтобы запустить производство, нам ведь уголь понадобится. Твою ж дивизию. Надо все-таки сбегать, забрать уголь. Здесь рядом нету нигде его добыть. Надо, чтобы в карманах всегда был хотя бы один стак угля, потому что сейчас вдруг понадобится что-то сделать, а у меня нет ничего. Точнее, у меня есть медь, но угля-то нет. Вот так. Пусть будет. Пока что оставляем здесь. Маловато места в инвентаре. Так, а что если вот так спрыгнуть? Опа. Ой. А, нет, я не убился. Краснота такая по краям экрана была. Я уж думал, все, сейчас помру. Нет, нет, нет. Все в порядке. Ну, кстати, классно то, что можно плавать. Нет этого ограничения, какой-то невидимой стены. Когда подходишь к воде, можно спокойно поплавать. Тем более водичка красивая, приятная. Опа. Так, вот теперь мы экипируем гаечный ключ, и мы можем, собственно, вот это все ремонтировать, да? Хорошо. Не, стоп. А, вот так вот мы можем вертеть колесиком, выбирать, что здесь будет. Либо стена, либо еще что-то. Либо окно. Вот просто стена пускай будет. Так, здесь нам где-то нужно дверь будет сделать, или здесь? Стоп, а там двери, по-моему, не было, там было окно. Ну-ка, вот, допустим, посмотрим. Так, нам нужно разместить модули производственные. Давайте для начала это сделаем, вот, допустим, здесь поставим мы что?
Вот эту штуковину. Так, хорошо. Вот там зачем окно? Вот зачем там окно? Можно его заменить как-то? Нет, ладно. Вот здесь бы окно как раз оставить. А хотя, ладно, давайте здесь мы сделаем вот это. Так. Здесь мы сделаем. А, я не могу ничего больше здесь сделать. Вот так просто. Не окно, ничего здесь я больше сделать не могу. Только просто стену. Ну, все равно хорошо. Хоть какая-то защита. Так. А, здесь автоматически вниз вот так оно продлилось, да? Окей, хорошо. Стоп, а как я отсюда выйти-то смогу? Так, ладно, нам нужно по радио связаться с капитаном. Так, постройте модуль, силовой модуль. В общем, нам нужно достаточно угля, чтобы использовать как топливо в наших системах. Так, нам нужно Т1 модуль. Блин, тут скоро уже это самое. Все взорвется к чертовой бабушке. Как его сделать, этот модуль Т1? Вот это непонятно пока что, что-то вообще абсолютное. Так, выберите. Ага, стоп, это уже показывает, как переместиться куда-то можно, да? Так, под землей нужно находиться, чтобы. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, мы можем сейчас как-то. Так. А, фу, хорошо. Я боялся, что без угля мы не сможем, точнее, без этого модуля мы не сможем никуда переместиться. Блин, рановато, в принципе, я отправился под землю. А, кстати, находясь под землей, я не могу находиться, ну, видеть, что происходит внутри, собственно. А, могу. Я думал, нам придется через перископ смотреть и все. Нет, смотрите, я могу сейчас. Все, хорошо, тихо. Я могу сейчас смотреть, что здесь происходит, и что-то делать, пока там вулкан будет извергаться. Итак. Ну да, сейчас просто написано, что нам нужно находиться здесь. Так, сюда, кстати, мы можем что-нибудь скинуть пока что. Так, вот это просто, чтобы освободить инвентарь. Скидываем. Это все пока что, пускай будет здесь. Это нам понадобится. Так, 40 секунд. Так, где у нас перископ был? Перископ был у нас здесь, на втором этаже, да? Я дверь забыл сделать, точнее не то, что забыл, я не понял, как ее сделать. В итоге я замуровался внутри. Нужно понять сейчас, как это работает все. И сделать дрель. Вот, дрель, говорю, дверь. Субмарина. 3, 2, 1, 0. Бум. Опять 18 минут.
То есть что, каждые 18 минут теперь будет извергаться? Ну, возможно, в разных локациях по-разному. Мы ведь будем перемещаться по локациям. Так, я теперь, в принципе, могу подняться на поверхность, да? Ну, давайте так и сделаем. Так, это мы выбираем здесь локацию на карте, получается. Нажимаем сюда, и мы можем куда-то путешествовать. Но сейчас нам это не надо. Нам нужно сначала отремонтироваться полностью. И сделать дверь. Чтобы я вообще мог как-то выбраться. Есть, хорошо. Так, слушайте, у нас в инвентаре... Ага, двери уже нету. То есть... А если, допустим, сломаю вот так вот? Дрель атакована. Ну, блин, мне самому нужно это сделать, сломать как бы, чтобы дверь сделать. Есть, отлично. Так. Блин, а я не могу здесь ничего сделать, кроме вот этой панели. Черт, не-не-не. А у нас же была дверь в инвентаре. Куда мы ее дели? Я ее куда-то не туда поставил, что ли, или как? Я не понимаю, я еще не понял, как это все работает. Так, ладно, давайте попробуем. В принципе, мы можем сбегать на субмарину. Хотя зачем на субмарину? Мы здесь должны разобраться, как все запустить. И здесь, собственно, все производить. Итак. Нам нужно вообще как-то энергию куда-то... Показывает, чтобы мы переместились в новую локацию. Но я хочу сначала вот это сделать. Так. Значит, модуль Т1. Модуль Т1 нужно создать. Как это сделать? Так, давайте-ка мы сбегаем, пожалуй, все-таки на субмарину. Там уже все работает, там все нормально. Там мы можем спокойно создавать. А то переместимся в новую локацию и вообще ничего не сможем сделать. Здесь у нас, скажем так, все, что нам необходимо, есть. В субмарине. Все настроено, все работает. Да что такое? Что такое? А, все, нормально, все в порядке. Так... значит, сам. Запускаем. Дверь. Так, понял. То есть это получается как на два этажа идет. Да, на первом этаже будет вот такая дверь, а на втором этаже будет окно. Все, я понял, как это работает. То есть, когда мы что-нибудь ремонтируем, то есть стену, допустим, да, мы автоматически на два этажа ее продлеваем. То есть нельзя, допустим, на первом этаже сделать окно, а на втором этаже что-нибудь там из оборудования. Нам чего-то не хватает, чтобы ее произвести. Нам нужна труба, нам нужна пластина. Так, не хватает слитков. Так, в хранилище нужно, получается, положить слиток. Так, это мы заберем. А, нет, не заберем, нам же сейчас-то понадобится. Так. Постепенно начинаю я привыкать к тому, как это работает.
Просто нужно, скажем так, приучиться понять всю логику. Отлично. Теперь что нам нужно? Нам нужно какой-то там модуль Т1. А какой именно из них? Здесь их несколько. А, силовой модуль. Вот этот получается угольный. А что для него нам нужно? Пластина медная. Все остальное есть. Окей. Создаем. Теперь мы можем сделать его. А можно, в принципе, еще посоздавать все остальное, что нам понадобится. У меня есть вот это, у меня есть вот это. А у нас места просто не хватит, чтобы еще посоздавать, да? Походу, да. Так, а теперь бежим. Ну, в принципе, а куда спешить? В любом случае, мы можем в любой момент опуститься под землю. Там горит что-то. Так что, в принципе, вулкана мы уже не боимся. Так, первым делом сейчас дверь сделаем. Так, или вот здесь вот ее сделать. Что у нас там сверху? Стоп. Так, там у нас пусто, нормально. Можно ее как раз сделать вот здесь, вот по центру. Думаю, это будет. Или вот здесь сделать. А, стоп, а здесь ее нельзя сделать, смотрите. Ага, вот в чем прикол, смотрите, только здесь. Окей, окей, тогда сделаем вот так. Что это я могу еще сделать? Вау, что-то еще могу поставить здесь. А, вот такую же штуковину, типа. А, так это ж, подождите, это и есть вот эта вот угольная штуковина. Так, вот сюда нужно поставить, да? То есть оно получится у нас вот здесь вот будет. Вот так вот. Угу. Все, ну окей, хорошо. Хорошо, это мы сделали. А, нужно опять связаться с капитаном. Так, построить я модуль хранилища. Ёлки, опять придется бежать обратно. Маловато у нас там места внутри. Вот сейчас я вот думаю, куда этот модуль хранилища припихнуть там. Вроде как особо и некуда уже. В любом случае, очень даже интересно. А пока что интересно вот. Главное разобраться полностью, как все это работает, какие модули что делают и так далее. Так, у нас там запущено, да? Так, нам нужно пластину, трубу и дно хранилища, собственно. Так, пластина, труба. Дверь, кстати, нам бы дверь, наверное, сделать нужно. А то мы там как бы проход сделали, вход, но двери-то нету. Давайте сделаем, потом сделаем, если что. Или давайте сразу сделаем. А тогда уже окно нужно будет делать, ну потом, тогда потом. Так. А, вот это нам нужно сделать.
Ага, нужно еще и болт тогда. Еще пластину сделаем. Так, я ведь правильно понял, что это нам нужно сделать, да? А ну-ка. Да, именно так. Отлично, теперь делаем вот этот модуль. Всего хватает, хорошо. Есть. Так, нам нужно уголь добавить туда. Хватало бы там места у нас внутри. Я бы все, что можно здесь сейчас сделал бы и расположил бы там. Скажем так, на потом, когда понадобится. Но места там минимум. Куда мы сейчас денем? Вот это хранилище, этот модуль. Так, вот на окно нужна защита и на вход сюда. Дверь нужна. Так. Сюда на потолок, что ли? Так, модуль хранилища. У нас очень мало места свободного. Постройте один или больше модулей хранилища. Или больше, я не знаю, где один приделать. Убедитесь, что они всегда открыты, чтобы можно было всегда использовать предметы. Вот здесь вот можно что-то, но непонятно, это именно то или нет, что нам нужно. А вот здесь вот тоже что-то можно сделать. Или это мы просто отремонтируем, к примеру. Так, если мы снаружи посмотрим. Вот как вот эту штуковину мы поставили, допустим, снаружи заметили, где ее можно поставить. Вот сейчас мы обойдем, вот так посмотрим с той стороны. Так. Не-не-не, такой прикол не прокатит. Нужно внутри. Ну, тогда... Не, ну здесь точно не подойдет, потому что здесь у нас радио стоит, мы же его заблокируем. Так, а нет, это просто мы отремонтируем, получается. Нам нужно... Да блин, черт его знает, слушайте. Ну вот, допустим, отремонтировали. Окей, что дальше? Вот я сейчас реально не понимаю даже, как, куда? Куда поставить-то? Ну тут указывается целинг, но я не помню, реально вот это слово из головы просто вылетело вообще, что он означает. То ли это крыша, то ли это наоборот внизу в подвале где-то. Я не помню, ребята, из этого... Из-за этого, блин, сейчас проблема. По-моему, где-то здесь зеленым светилось только что, нет? Показалось? Похоже. Стоп. Вот только что опять что-то где-то там... Светилось зеленым, на секунду буквально вот. Опа. Странно. Так, как же тогда, куда же тогда? А, ну вот у нас, в принципе, хранилище, оно у нас здесь есть и так. Странно.
Опа, 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 там сейчас под землю нужно будет уходить. Ну давайте мы сюда в хранилище, допустим, уголь положим. Окей. Вот так. Кстати, угля бы надо добыть, наверное. Модуль хранилища. Может, я его уже сделал и поставил, поэтому я не могу его никуда поставить. Странно, у меня вот есть хранилище, но... ладно, допустим, хорошо. Так, произвести нужно трубы, пластины, болты. Окей, нам... Так, у нас 2 минуты еще есть. Давайте мы сбегаем, может быть, добудем чего-нибудь быстренько до извержения. Например, медь. Сейчас нам понадобится медь. Я надеюсь, я успею только... Да-да-да-да, сейчас, я быстренько. Я успею. Это есть, хорошо, мне бы еще добыть угля. 1,5 минуты, я думаю, успею я. Где здесь? Ближайшая залежь. Так, металлолом пока что мне вообще не понадобился, так что не будем на него отвлекаться. Так, ну, думаю, теперь нам должно хватить. В принципе, куда я спешу? Еще минута есть. Я еще успел бы даже меди добыть. Секунд, не, ну я уже рискую. Все. Просто бежим срочно под землю. Прям срочно-срочно. Прям срочнее некуда. Воу-воу-воу-воу-воу. 20 секунд. А, где у нас пульт? Фух, успел. Бум. А почему не показывают? Да ладно, в принципе, мы уже видели. Так, давайте сюда поперекидываем. Кучу всего. Так, и можем подниматься снова наверх. Кстати, нужно было взглянуть, а дверь у нас как, закрылась, может, все-таки чем-то? У нас ведь получается окно и дверь. Точнее, просто проход без двери, то есть и окно без ничего, без ставней. А, все понятно, как оно, зачем мне тогда чем-то его закрывать, там же эта штуковина поднимается. Вот это. Отлично. Так. Да, вот у нас хранилище, все готовое, все есть у нас, то, что нужно, слитки есть, все есть. Так, слитки нам не нужны сейчас, нам нужно что? Нам нужно, это что? Не помню я уже, что это такое. А, так, это модули, вот станция производства. Вот теперь мы можем все, что угодно здесь сделать. Превосходно. Отлично. Произведите хранилище. У нас уже есть, в принципе, хранилище. А где мы еще одно поставим?
Так, расположите модуль хранилища. Показывает, ну вот же у меня все расположено. Почему? Поговорите с капитаном. Все равно дает квест, чтобы расположить этот модуль хранилища. Черт его знает. Так, давайте подумаем, куда нам поставить еще один ящик вот такой вот. Вот здесь, в принципе, я думаю, он поместится, да? А как это делается? А, стоп, нам нужно его забрать сначала из... Вот отсюда. Вот, вот так вот мы можем его поставить здесь, в принципе. Вот так тоже можно поставить. Вот давайте так и поставим. Ну, отлично. Можно сюда еще меди поскидывать. Вот так вот. И угля даже. Да все. О, отлично. Так, давайте мы, знаете, что сделаем? Мы теперь можем самостоятельно все производить. Так, почему мы нам, почему бы нам не отправиться куда-нибудь? У нас хватает меди, у нас хватает угля, я думаю. Ну, просто чтобы посмотреть, по крайней мере. На другую локацию отправиться. Я хочу еще посмотреть, что здесь находится. Вот видите, там вспыхивает что-то. Там лава, наверное. Вот там тоже здание какое-то. Опа, там уже кто-то. О, кто-то ходит. Слушайте, так. А ну-ка, это роботы. Само собой, роботы. Давайте протестируем наше оружие. Ну и заодно их оружие тоже. Там что, золото, или мне кажется? Они что, золото охраняют? Что с ним такое? Почему он так странно себя повел, прям? А, черт! На них нажимать левой кнопкой не нужно. Так, о, мы можем у них забирать вот это все. С них фармить, чтобы самому не строить. А, сульфур? Сульфур, сульфур, сульфур. Ну, давайте, что ли, добудем, раз уж мы здесь. А зачем он нам пока что неизвестно, поэтому вот так чуть-чуть добыли и хватит. Давайте пойдем дальше, просто посмотрим, что еще там. Что это за звук был такой? Слышали, как будто здесь завелось что-то. Мне прям интересно туда сбегать посмотреть сейчас. Вот здесь мы сможем подняться, да? А там? Что это такое? Может, еще одна дрель где-то выползла? А вон они бегают. Но к ним идти нет смысла. Так как сегодня у нас просто первый взгляд... Ой! Ты... Да что его так глючит, смотрите, блин. Что это было? Он перемещался так, телепортировался прямо. Так нечестно. А, кстати, смотрите. В новогодних шапочках. Классно, у меня такая же шапочка есть. Так, о чем я говорил? О том, что раз у нас сегодня первый взгляд, для нас главное утолить свое любопытство и сделать определенные выводы. И я, в принципе, вывод уже сделал. Мне интересно поиграть в эту игру. Меня она привлекает. Очень как-то вот необычно и прикольно. Вот что это за звук? Подождите. Надо разобраться с этим. Там еще какая-то дрель уползла.
это уже зелененький радиатор. Опа, еще выползла дрель. Ну исчезни, или ты не исчезнешь? Я же пройти не могу из-за тебя. Вот блин. Слушайте, а что если мы, допустим, в эту дрель вставим такую же штуковину, как мы там делали, и эту дрель мы тоже себе сможем забрать? Ха-ха. Вот просто интересно, смотрите, там видите, цифра 1. Это метка, получается, нашей дрели. Вот почему цифра 1? То есть, может быть, и цифра 2, и цифра 3? Их может быть несколько у нас? У нас закончился уголь там. Прелестно. Так, а, я не могу открыть дверь. Да нет, он не исчезнет, походу. Эй! Автоматически? Или там внутри кто-то еще сидит и управляет этой дрелью? Ну-ка, давайте подождем, может быть, сейчас опять вылезет она. Тогда мы уже подождем, пока робот выйдет наружу. Просто вот любопытно, хочется утолить любопытство. Вау-вау-вау-вау-вау. Что-то их многовато. Что-то их... Блин, что-то их... Опа. Лечись. Как лечиться? Как лечиться? А, все. Все, подлечился. Окей. Еще один. Так, ну-ка, бегом. А, они с той стороны вышли, да? Там должна быть открыта дверца. А, дверцы, наверное, нужны для того, чтобы никто не мог зайти. Вот в чем прикол. Так, здесь, смотрите, что-то еще есть новое. Заберем все, что плохо лежит. Патроны. Патроны это замечательно. Я кучу их потратил. А, так, а где здесь? Вот, допустим, если я хочу присвоить себе эту дрель, куда мне нужно вставить, значит, вон ту штуковину, ядро дрели. Да черт его знает, если честно. Так, у меня подозрение, что... Скажем так... А, вон оно! Но я, слушайте, я не могу это сделать. Подождите, оно получается... Да чтоб ты был здоров. Вот здесь вот. Справа вот тут. Ишь ты, как разместили, а? Ишь ты, а если я попытаюсь сломать это?
Вот. Но я все равно не могу взаимодействовать. А если так? Нет. То есть присвоить себе эту дрель уже собранную я не могу. Никак. Что у нас здесь есть? О, слушайте, здесь куча всего есть. Так, что из этого нам нужнее всего? Станции, станции. Так, сульфур не надо пока что. Хотя, блин, почему не надо? Нам все надо. Все пригодится. Ага, все, больше места у нас и нету, да? Ну это просто логотип, да? Железяка с логотипом. Зачем она? Ну, в принципе, все это мы можем сделать и так, это несложно делается, так что какие проблемы? Вот, это железяка с логотипом. Она просто для красоты или нет? Теперь понятно, зачем нужна дверь. Воу. Так, ну что, ладно, возвращаемся и попробуем переместиться на какую-нибудь другую локацию. Хотя здесь тоже можно поизучать, конечно, но интересно увидеть сразу же, как происходит перемещение и куда именно мы переместимся. Что это нам, собственно, даст? Нужно не забывать автоматически, каждый раз, когда мы заканчиваем что-то производить или уходим вообще из нашей дрели, отключать там все, чтобы не тратился уголь. Кстати, с той стороны было бы тоже удобно, конечно, сделать дверь, выход. Ну там у нас стоит вот эта штуковина. Переместить ее, я так понимаю, нельзя. То есть только сломать, разве что и новую построить. Но если что, потом можно будет как-нибудь это сделать. А, так. Уголь сюда или куда нам нужно уголь-то? Это производство. Кстати, сюда есть что скинуть? А, не поместится уже ничего. А, да, под землю. Сейчас мы отправимся под землю. Время есть, еще 2 минуты целых. Так, а почему мне говорит, что у меня уголь закончился? У меня ведь уголь не закончился. -4 показывает балл. А, +1 теперь. Странно. Вот еще, допустим, уголь сюда. На, мало слотов, нужно еще эти ящики строить. Ладно, давайте мы, допустим, так, у нас есть время посмотреть, что на карте, где мы находимся. Мы находимся вот здесь, вот вулкан у нас.
А нет, вот здесь мы находимся, старт, а вот у нас вулкан. То есть мы перемещаться будем именно вокруг этого вулкана где-то, да? Здесь источник лавы. Технологии, исследовательская технология. Ну давайте мы переместимся вот сюда, допустим, 2, 3, 4, можно поочередно их изучать. А как это сделать, допустим? Как выбрать, куда переместиться? Вот сюда отметку никак не поставить? Или... А, вот локация. Ва. Так, ой, срочно, срочно вниз. Я только что подумал, если я нажму переместиться, мы ведь, может, переместимся сразу же на поверхность, и как раз во время извержения это будет не очень приятно. Поэтому давайте сначала под землю, а потом уже будем перемещаться. Как вовремя. Бум. Почему? А, вот так можно, не поверхность, а под землю выбирать. То есть, либо мы под землей сейчас окажемся, либо мы на поверхности выползем. Так, давайте на поверхности проверим. Да, вот мы в другом месте, получается, и появились. Это что за пирс, куда он ведет? Так, уголь хорошо здесь рядом. А, два. Я понял, что означают эти цифры. Это не значит, что, допустим, у нас может быть несколько этих дрелей. Два означает, что мы сейчас находимся во второй точке. То есть мы переместились ведь во второй пункт. Окей. Ну вот немного, по-моему, забагованный квест по поводу этого модуля хранилища. У меня он установлен, мне требует его заново установить. Может, я его случайно там как-то быстро спешил, установил. Нужно было этого не делать, пока задание мне не указало, что нужно это сделать. В любом случае, это не страшно, потому что мы только сейчас разбираемся с игрой и учимся. Это еще не полноценное прохождение. Напомню, что игра еще не вышла, игра еще разрабатывается, само собой, есть еще определенные баги, есть еще определенные проблемы. Но уже игра мне нравится, это уже нечто такое необычное, интересное, то есть дальше мы будем удлинять дрели, мы будем добавлять новые отсеки, в них мы сможем уже строить что-то новое, больше всяких станций и так далее, исследовать что-то, может какие-то там... проводить исследования, вследствие чего мы получим возможность построить что-то еще новое, какую-то аппаратуру. Понятия, если честно, не имею, ребята, абсолютно не имею понятия, что будет дальше. Но в любом случае, ребята, на сегодня это все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Как вам такая вот система, такой вот сеттинг и такой геймплей, то есть работать с дрелью вот этой. Как по мне, довольно-таки прикольно и необычно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зодия. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.